Друзья, всем привет! Сегодня хочу в этот аквариум запустить ларикарий. В общем, что я сюда добавил? Я высадил еще одно растение. Это гидрофила коримбоза компакт, как вы помните. Добавил я его именно потому, что ларикария любит объедать листочки у этого растения. Вот можете обратить внимание, вот с левой стороны даже очень четко видно. Даже поставил сюда водонагреватель, но водонагреватель я не включал, потому что параметры воды, температура воды в аквариумах одинаковая. Это для того, чтобы рыбку переместить сюда без стресса. Вот когда я ее перемещу сюда, оборудую вот место между растений трубками, чтобы рыбка могла прятаться в эти трубки, и если предоставить такая возможность, отнереститься. На данный момент ларикарий находится вот в этом аквариуме, который весь усеян улитками. В дальнейшем я его планирую перезапустить. В общем, прокалить грунт, чтобы кое-как избавиться от этих улиток, потому что уже спаса от них нет. Залепили все стекла, растения. Выбирай, не выбирай, и все равно получишь урожай. В общем, вот одна ларикария, там вот под веточкой вторая ларикария, и за вот этим гротом спряталась третья ларикария. Сейчас я возьму сачок и перенесу их уже в аквариум, который подготовлен именно для них. И уже в дальнейшем ларикария будет содержаться отдельно от всех остальных рыб. Первая красотулька у нас. Давай-ка, зайка. Вот так, красавица какая. Сейчас еще двоих отловим. Это, друзья, наш красавец-мужчина попался. Также его сюда. Поплыл, поплыл, красавчик. Очень сложно, друзья, вылавливать рыбу, когда в аквариуме растут растения, расположены коряги с растениями. То есть с сачком работать как бы неудобно. Поэтому мы сделаем следующий ход. Мы сейчас отключим фильтрацию. Рукой выгоним рыбку поближе к стеклу. И только таким образом. Смотрите, какая она ручная, можно сказать. И вот таким вот аккуратненьким образом подхватили рыбку. Вот она красавица. И переместим сейчас ее в наш аквариум. Вот так. Опа. Давай, давай, выплывай. О, все три красавца вместе. Хочу, друзья, еще заказать ларикарий. Вот, подрастить их, чтобы было, ну, хотя бы штук 10. И уже в дальнейшем сделать аквариум емкостью побольше, для того, чтобы ларикарии проживали именно в том аквариуме. Надеюсь, с разведением получится. Ну, ларикария вот эта у меня еще молодая. Если вы помните, я эту рыбку приобретал еще будучи мальком. Наверное, это был июль месяц. В общем, рыбка еще совсем молодая. Но, тем не менее, рыбку эту собираюсь разводить. И надеюсь, что у меня все получится. Кстати, друзья, вот многие задаются вопросом, как отличить ларикарию самца от самки. Вот обратите внимание на их мордочку. Самочки, мордочка гладенькая, чистенькая. А у самца, вот обратите, самец, на мордочке по бокам щетина. Вот таким вот образом отличается самка от самца. Если верить источникам из интернета, то половозрелая рыбка становится в 8 месяцев. Хотя
Заграничный наш друг сказал мне, что рыбка половозрелая становится от года. Ну, будем считать, что возраст от 8 до 12 месяцев – это самый тот возраст, когда рыбка должна стать половозрелой. Поэтому, учитывая тот фактор, что когда рыбка приобреталась, будучи мальком, и на тот момент ей было приблизительно 3, пускай себе 4 месяца, плюс взять то время, которое она пробыла у меня, это 3-4 месяца, вот, грубо говоря, уже четвертый месяц, вот, то рыбка, в принципе, уже должна считаться половозрелой. И даже если обратить внимание на самок, вот у нас более мелкая самка, и там уже такая более крупная самка, то вероятнее всего именно вот этот возраст уже у ларикарий и наступил. Поэтому завтра в любом случае идем, покупаем пластиковые трубки, нарезаем и размещаем здесь в аквариуме, вот именно между вот этих растений. Ну а пока, друзья, у меня на этом все. Будем с вами прощаться. Всем пока. До новых встреч.